Кирове началась подготовка к ремонту дорог 2018 года. Об этом сообщил руководитель дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин. Если раньше улицы, которые нуждаются в ремонте, обследовали зимой, то в этом году, заверил Менькин, сметы по самым сложным участкам начали готовить уже сейчас. Кроме того, в планах руководителя Кировского ДДХ заняться паспортизацией всех дорог города, чтобы каждый подрядчик знал, какой объем работ предстоит выполнить на той или иной улице. Тем временем в Кирове продолжается приемка уже отремонтированных дорог. Сегодня специалисты дирекции дорожного хозяйства и общественники принимали улицу Труда. Правда, нового асфальта на перекрестках с улицами Свободы и Володарского народные эксперты не обнаружили. В дирекции пояснили, это уже не часть улицы Труда. И участки будут заасфальтированы во время ремонта непосредственно Свободы и Володарского, что немало удивило общественников. Как и то, что подрядчик не установил бордюрный камень на некоторых участках. Нормально. Сначала укладывают асфальт, потом бордюры. Или сначала бордюры, потом асфальт. Сначала бордюры, потом асфальт. Вот. Но опять же, вот привязываемся к ассигнованиям. Ассигнования на бордюрные камни сегодня рассматривает Дума.